Время суток, ребята, 116 день, как я вернулся к заработку в NFT игры, и здесь я обсуждаю актуальные проекты. Розыгрыш будет в конце видоса. Мы начинаем, как обычно, с Чили. За два дня у меня вышло $132. Дальше что-то там тормозят с разбанами. Уже скоро пройдет месяц, как людей забанили и не разбанивают. Поэтому примерно такая ситуация. У меня у жены сломались очки, сейчас мы ей будем покупать новые. И, в принципе, как бы по новостям все. Двигаемся дальше к следующему проекту. Так, дальше у меня спекси. Здесь самый мелкий 11 уровня, все остальные 39. Они понемногу качаются. Этот робот быстрее всего качается. Через 2 дня он перейдет на 40. И, соответственно, еще один день потребуется для того, чтобы он перешел на пешку. По моим обычным роботам все по стандарту, 14 уровень у всех. Я снимаю с них регулярно деньги, записываем $8 за 2 дня. То есть у меня выходит $4 за один день, если что. По поводу вывода меня просили говорить. Я за выводом особо не слежу, потому что я не вывожу деньги, скажем так, копеечками. То есть я буду выводить минимум $100. Потому что чем чаще вы выводите деньги, тем это становится невыгоднее, потому что за вывод вы еще должны заплатить комиссию в 17 XP, это примерно $1. Поэтому как-то так, по приложению все, двигаемся дальше. Так, дальше у нас Republic, у меня здесь уже 3569 XP, и мы, в принципе, делаем то же самое, то есть мы заходим в ленту, лайкаем 5 постов, и заходим в вот и делаем 5 вотов, и в принципе еще добавляем какой-либо постик, можем сфоткать какую-то фигню, все равно его отлайкают, то есть там, скажем так, ничего сверхъестественного нету, поэтому мы просто вотаем. Ну и в принципе все, на этом все, двигаемся к следующему приложению. Так, дальше у нас робот с фарма. Здесь у нас появился новый эвент, но там нужно платить комиссию в сети языка. Поэтому, кто абсолютно без денег хочет в этот проект поиграть, не советую туда заходить. Там по 15 центов в день надо тратить. Вы получаете билеты и возможность того, что вам закинут какие-то токены на счет. В принципе, я в этом всем участвую, там 15 центов, поэтому я особо не парюсь. Открываю нашу коробку. Посчитал я на... Скажем так, на бирже стоит тот айтем, который мне нужен, по $1. Поэтому я пока это все дело покупать не буду. Посмотрим, попробуем выбить его. Окей, нам еще дали коробку 5 уровня. Сейчас посмотрим, что надо, чтобы ее открыть. Может, у меня уже все есть. Да, не все у меня не есть. Тут вообще легендарки нужны и эпики. Довольно-таки интересно как-то сделали, ну ладно, тем не менее. Тогда будем пробовать открывать, наверное, у меня уже скопилось 5 поинтов. Будем открывать, наверное, вот эту вот штуку. Там, если что, кстати, взяли новые квесты, поэтому советую вам попробовать в Зиле поделать квесты, там еще поинтов у нас. Окей, так выглядит дроп с коробки. Здесь с интересного... Я уже не могу обратно прокрутить почему-то. У нас интересного, нам упал бокс на открытие 5 уровня. То есть, если мы зайдем, у меня уже есть возможность, скажем так, и 5 уровень открыть будет, если покупать вот эти вот решетки. Решетки стоят примерно по $1. Почему так? Поэтому, если что, мы просто-напросто, я куплю этих решеток много. То есть, мне уже их нужно 4 штуки, ни одна еще не упала. Не, пока 3, 4, 5, да, 5 штук уже надо этих решеток. Про сундук 20 уровня я молчу, там вообще, ну, чтобы его открыть, надо примерно потратить около $100. Поэтому мы пока этим заниматься не будем. Пока двигаемся так, как есть. Ну и, в принципе, все по этому приложению, двигаемся дальше. Так, ну и дальше у нас вомбат. Мы заходим, откроем сейчас у меня сколько, 275 токенов, можем себе позволить открыть эту коробку. С этой коробки очень редко попадается что-то годное. То есть иногда просто падают инфишки по 2, по 3 цента. Тем не менее, я ее открываю, если у меня больше 200 тысяч, поэтому... Ну, для того, чтобы просто токены не валялись. Prime, пешка, не знаю, сколько
Но тем не менее есть как есть. По поводу самого вомбата, ребята пишут, что довольно-таки трудно сюда зайти. Да, я знаю, это приложение не для слабонервных, скажем так, но тем не менее в него можно зайти. Как вы видите, у меня майнинг пауэр падает. Тем не менее, стали осталось 51, а уже урана 208. Цель, в принципе, остается прежней. Накапливать больше 45 тысяч контрибуций в день и перевести все на ураниум. Потому, ну, у меня хватает средств для того, чтобы это сделать. Просто я пытаюсь сделать это довольно-таки выгодно для себя. По шмоткам у нас выходит примерно так. Я буду весло вот это вот менять. И куртку я уже тоже по чуть-чуть начинаю скупать. Ботинки я потом тоже поменяю. Мне, собственно, я для себя выбрал примерно следующий билд. С этого всего останется по-любому шапка, по-любому амулет, весло и куртка. Все остальное я потом немного поменяю. Но пока у меня руки не доходят до этого, плюс я еще пытаюсь это все перекрафчивать, чтобы вышло дешевле, поэтому пока так. Но, тем не менее, примерно такой у меня билд. Я вам уже советую, если вы начинаете, лучше всего покупать все шмотки на XP в основном, и потом уже под свои потребности их досыпать. Так, в принципе, мне осталось довольно-таки недолго. Я надеюсь, я до конца сезона все-таки дособираю билд, который я хочу, и начну наконец-то собирать именно не вот эти вот штуки с шопа. То есть сейчас мы собираем вот эти Dragon Wombatium, и их собирают очень много людей, поэтому они довольно-таки сильно падают в цене. На самом деле ничего страшного с этим не происходит, то есть они там примерно сейчас в районе $4. Проблема в том, что люди пытаются их сразу продать, сразу подешевле и так дальше. Но в конце сезона, да, когда у нас там передышка идет в пару дней, эти штуки начинают выкупать, потому что дают много паков для того, чтобы открывать. И, соответственно, люди перекрафчивают шмотки на лучший и лучший уровень. И, соответственно, этот Dragon Wombatium возвращается к цене в $5. Поэтому я эти штуки уже две насобирал. На подходе третья. Но, тем не менее, я их еще не продаю. Я буду ждать конца сезона и потом ее буду продавать. Теперь все по этому проекту. Двигаемся дальше. Дальше у нас Early Alliance. И я сейчас буду открывать паки, потому что я решил все-таки в Зиле не участвовать. Там очень много квестов, очень разных, очень трудозатратных. Поэтому мы сейчас пооткрываем паки. По новостям. Выпустили, во-первых, приложение для телефона. И это круто. Теперь оно максимально удобное. Во-вторых, у нас есть бейджик, который мы сейчас найдем. Где бейдж? Бейджики есть, все. Выпустили бейджик, и его можно будет заклеймить через 1.5 часа у меня. Соответственно, у вас, если будете смотреть видео, скорее всего, его уже можно сделать. Бейджика очень много, 50 тысяч. Участвовать здесь максимально тоже просто. То есть там надо просто скачать приложение на телефон, и, в принципе, вы получите его. Давайте он будет дополнительных 100 золота в неделю, поэтому как-то так. Мы же идем с вами в раздел Вау и будем покупать легендарные паки. Здесь есть возможность, что упадет NFT, но я в это особо не верю. Мне, в принципе, нужны больше билеты, чем все остальное, что в этом паке есть. Поэтому погнали. Окей, 5 билетов, это хорошо. Это вообще не очень вышло. Окей, еще 5 билетов, тоже хорошо. Насыпал бы штук 40. О, еще 10 билетов, вообще отлично. В принципе, здесь это основной дроп, это билеты. На какие-то NFT я бы не рассчитывал. Это плохо было. На NFT-шки я бы не рассчитывал бы. А вот билетики подсобирать с этого пака, это то, что, в принципе, нам нужно. Вообще 10 билетов тоже круто. И это, скорее всего, последний.
Да, это последний, причем у меня осталось 35, на самом деле там должно быть больше. Окей, билетом нам насыпало, теперь мы переходим в раздел Bounty. Посмотрим, сколько у меня билетов. У меня их 49 штук, это отлично. Сейчас мы будем переделывать боксы наши. То есть мы получили один бокс, второй бокс. Наверное, здесь возьмем, еще вот так сделаем. То есть у меня уже 4 крутых бокса. Сейчас попробуем еще пятый сделать. На, не хватает нам одного билета, к сожалению. Но ничего, я думаю, мы насобираем, это не проблема. В итоге у нас что выходит? Выходит, что есть 4 легендарных бокса. Почему оно мне не показывает, что у меня этот есть? Выходит 4 легендарных бокса и один такой средненький и 837 обычных. Про обычные вообще нет смысла париться, потому что ну, с них почти ничего не насыпет. Самые интересные у нас это вот эти. Также само напоминаю, что завтра будет минт. Где здесь у нас минты? Я еще не определился. А, вот он и есть. Я еще не сильно определился с приложением. Будет в 3 часа ночи минт. Вот эти вот яйца, они сейчас... Эти минималка стоит $5, поэтому я бы советовал бы в этом всем поучаствовать. Может быть, вам удастся заработать их $5. И, в принципе, все, двигаемся дальше. Так, дальше у нас Пиратес. И здесь у нас, во-первых, закончились квесты в Зиле. Это раз. И, во-вторых, закончились сундуки. Ребята сказали, что сундуки можно открывать до 16 числа, поэтому у вас еще есть время, у кого остались токены. И сказали, что будет вторая стадия тоже, на которую то также понадобятся эти токены. Поэтому, в принципе... Кто не верит в эти сундуки, я бы не верил бы, если честно, то я бы лучше бы уже оставлял бы эти токены на следующий эвент. К сожалению, здесь их сейчас накапливать нельзя, то есть нет способа, чтобы их накапливать. Ждем квесты в Зиле, ждем все остальное. И, в принципе, у меня, если глянуть, у меня здесь две шмотки, да, одну мне дали за Зилу, вот эту вот шапку, а вторая мне выпала с сундуков. И, в принципе, все. Сегодня должны, ну, вернее, должны насыпать мне $10. Я в Зиле закончил на 60-м каком-то месте. То есть я еще 10 баксов выиграл, поэтому десяточку должны насыпать. И, в принципе, это все. Двигаемся дальше. Шехетграсс, 196 тысяч токенов. И мы, как бы, как обычно, ждем хоть каких-либо новостей от этого приложения и двигаемся, соответственно, дальше. В общем, ребята, сегодня мне с утра выпал код на Альфа-тест 2.0. Довольно-таки второй день я его получил. Что я вам хочу рассказать. Смотрите, есть такая штука, да, что они хотят сделать PvP 10 на 10. И для этого нужно очень много игроков. Если у них, допустим, альфа-тестеров, да, вот таких вот 515 человек, плюс, допустим, они сейчас раздадут всего лишь 500 кодов, то будет всего 1000 человек, и 10 на 10 очень сложно будет собрать, ну, прям максимально сложно будет собрать. Поэтому раздавать будут, наверное, ну, наверное, около 1500 этих кодов, поэтому, скорее всего, получат все. Но это, опять же таки, не точно. Это мои предположения, потому что я бы сделал бы так, для того, чтобы бои собирались как минимум, ну, как максимальное количество раз. Во-вторых, здесь будет разыгрываться очень много денег. Призовой пул будет составлять $10 000, и они очертили это так, что вам за все выполнения квестов дадут определенную коробку, которую вы потом откроете, и в ней будет находиться от 5 до $1000. То есть, чтобы вы понимали, там $1000 будет только в одном паке. Все остальное это будет примерно там 5, 10, 25, по 50, ну может пару соточек будет. То есть в этом всем, в принципе, есть смысл поучаствовать ровно до того момента, как вы выполните квест на эту коробку. Скорее всего, лидерборда там не будет. Посмотрим. Я по-любому буду врываться. Я по-любому буду врываться, если будет лидерборд на какие-то призовые места. Но я не думаю, что там будет прям максимальная какая-то, скажем так, заруба за какой-то лидерборд. Потому что они сказали, что там нужно будет выполнить квесты. И, в принципе, у вас
собственно, появится шанс забрать эту коробку и с нее поутать деньги. Поэтому, ребята, не игнорируйте такие штуки, заходите, получайте, ну, попытайтесь забрать свой код. Если не забираете, может быть, мне еще упадет еще один код, я его спокойно разыграю, то есть мне второй, в принципе, нафиг не нужен. И как-то так двигаемся дальше. Так, ну у нас дальше MetaTrace. Попробуем открыть. В общем, как-то смешно, да, но тем не менее, два токена нам упало. Еще один раз прокрутим. У нас вроде бы токенов хватает для того, чтобы это все сделать. Так, ну ладно, ну не тупи, давай я просто буду открывать. Я не хочу смотреть, что я там выиграл. Ага, даже на два бокса у нас хватает. Поэтому погнали, погнали. Нам надо еще как минимум два токена получить. О, нифига, да сегодня нам везет, три получили. Но, как обычно, это все так очень жестко тупит. Тем не менее, сейчас еще третий откроем. Не надеюсь, что вообще что-либо упадет. Просто кручу ради удовольствия, чисто из-за того, чтобы поржать в основном, да. То есть еще один токен. В итоге нам ничего не упало. Я напоминаю, шансы с бокса 39% на то, что мы получим токены. Но если посчитать, сколько мы их открыли, тут можно сказать, ну, одну фразу, что нас наебали. Вот и все, двигаемся дальше. Дальше у нас GAM3 SGG. Я вчера уже писал пост в Телеграме. Кого еще нету с нами, заходите, чтобы быть в курсе всех новостей. Появился здесь у нас бокс. Тот, в принципе, бокс, о котором я разговаривал в предыдущем видео, да. Здесь на площадке можно сделать квесты и получить некоторые реварды с этого приложения. То есть там токены, гемы, еще шанс на то, что вам NFT-шку дропнули и так дальше. Заходите, делайте здесь квесты. Еще будет возможность выиграть PlayStation 5. Это одна на тут на всех. На данный момент здесь у нас только 226 человек сделал этот квест, поэтому шанс довольно-таки есть высокий. Так, дальше по Дискорду пробежимся. Здесь у нас новый проект Trial Extreme. Здесь, скажем так, гоняем на мотиках и, в принципе, делаем финты, может быть, и нет. А может быть, там и теремся и так дальше. Неизвестно пока вообще ничего. Тем не менее, мне просто-напросто закинули, скажем так, инвайт на эту всю штуку. То есть мне дали сразу же приглашение в закрытый бета-тест, и здесь будет разыгрываться около там 1000 или 2000 ревардов, поэтому я в этом буду участвовать. Дальше у нас есть еще Триба, я ее оставлю, наверное, в описании, хотя вряд ли кто из вас в это будет играть. Тем не менее, у ребят будет с 15 числа проходить эвент, Дальше у нас Джо Джорни, про него я каждый раз, в принципе, говорю. 24 числа у нас будет минт NFT-шек, и, скорее всего, после этого минта сразу будет запуск игры. Дальше у нас Providence, здесь у нас до 15 числа я должен был подать, скажем так, ник свой в Epic Games, и мне дадут код доступа к игре. И потом я смогу это потестить, то есть, скорее всего, я буду настраивать уже стрим на компе, потому что игра для компа, посмотрим, как оно будет выглядеть. Не знаю, будет там что-то или не будет разыгрывать, но, скорее, тем не менее, прийти, потыкать каких-то часик-два можно было бы. Так, Fight Me, здесь кто со мной делал квесты, а делали многие в Зиле, вы помните, да, что у нас есть доступ к вайт-листу, поэтому 13 числа можно будет здесь заклеймить одну из NFT. Их будет 10 000 штук. Я буду клеймить, скорее всего, это не будет дорого, может быть, даже бесплатно. Посмотрим, двигаемся дальше. Дальше у нас Immutable. Разработчики сказали, что будут дальше интересные квесты в Зиле, поэтому ссылочка у меня, опять же, в Телеграме остается. Заходите сюда, переходите по ссылке, собственно, выполняйте квесты в Зиле и получайте свои разные награды. Там дают, ну, то есть там должны давать как минимум хорошие награды, но пока это выглядит средненько. Дальше у нас по стандарту розыгрыши и закругляемся. Суть розыгрыша простая: подписаться на канал, поставить лайк, оставить любой комментарий. В Телеграме под постом с данным видео просто пишем свой ник в Ютубе. Для чего это нужно? Для того, чтобы я мог найти
вас на YouTube и посмотреть, действительно ли вы оставили комментарии и так дальше. Разыгрываем мы, как обычно, наборы NFT-шек от $1 и чуть-чуть выше. Да, собственно, примерно раз 5-10 вам придется выиграть в этом, NFT, в этом конкурсе для того, чтобы забить полностью свой аккаунт NFT-шками и понемногу-понемногу зарабатывать что-то в амбате, да, поэтому примерно как-то так. Всем огромное спасибо за просмотр, за подписки, нас уже 500, и это действительно круто, это меня мотивирует делать видео дальше, искать проекты какие-то дальше, поэтому огромное вам спасибо еще раз, и до следующего видео.